Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатару вашке пасинду бевача, патитананг павуне бхавишнаве бьо намо намаха, мукан кароти бачаланг панланг хайтигрим, ядки патаманг банди парма ананд мадва, бринда вой тулсиде вой пья вой кешва сажа. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудира Санкиртане кришна катхо падеш Гаурия патрша пракасане чар Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодварум Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапуруште Чаруна Равиндам Ятпад Паллавана Хачандамани Чатая Биспуриджи, такими пиговодушва дарши, пурнанурагроса сагроса армурти, сарадхикамай кадам кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита пужоу канука бодато Санкиртаной капитару камала ютакшо Вишамбару вижабару югадхармапало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синиттам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Хидай Самбир Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама.
Тасайва хета праджате хета ковидо налабхате яд брахматам париядо таллабхате дукхабад аннатахо сукам калена сарватра гавира рангаса Тасайва хета праджате хета ковидо налабхате яд брахматам париядо Таллябхате дукхабад аннатахо сукам калена сарватра гавира рангаса. Гаурия Гоштхипати, Срисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told that bonded soul, they are naturally against Guru Vaishnava. Гаурия Гоштхипати, Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что обусловленные души, они естественным образом против Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Они зависят от денег, положения в обществе, власти, богатства и всего прочего материального. Они думают, что это их наивысшие цели, смысл их жизни. Они думают, что это защитит их. Они не могут представить, что когда-то они оставят свое тело. И все вещи, которые они накопили за всю жизнь, даже свое тело, оно по сути не наше. Мы взяли его материального мира от своей матери. Те первые элементы, из которых состоит наше тело, но они, мы не можем сказать, что это наше тело. Если мы сможем показать ситуацию, когда наше тело даже не наше, то что? Что у нас есть? Можете ли вы сказать, есть ли у нас что-то? Нет. Единственное, что у нас есть, это лотосные стопы Шри Гуру. И какова это абсолютная истина? Лотосные стопы Нитьянанда Баларама. Они вечно присутствуют. И все саваки Нитьянанда Прабху Баларама, они тоже вечны. И вот в нашей саньяс-мантре и других особых мантрах есть мантра, посвященная Нитьянанде, она так звучит. Если мы сконцентрируемся на лотосных стопах Нитьянанда Баларама внутри своего сердца, я прикоснусь к вашим стопам. Если внутри чего-то сердца лотосные стопы Нитьянанды Баладева вечно присутствуют, то я готов прикоснуться к таким к стопам такого возвышенного человека. Я слуга слуги того, кто. Тот, в чем сердце находится лотосные стопы Нитьянанды, если Гуру Вайшнава довольны мной, то нет ничего невозможного для нас. Если Гуру Вайшнава доволен нами. И вот из Бхагаватам Шрила Прабхупад очень часто говорил,
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Paramahansa Jagadguru, very often used to say, Yesham Sahesha Bhagavan Dayaid Ananta Sarvatmana Asrita Padam Jadi Nirvalikam Ted Staram Atitaram Tija Deva Maya No Mamaham Minti Sa Sigala Bhakshe. I cannot say this body is my body. Я не могу сказать, что это тело, оно мое тело. Поскольку мы получили его от матери. Если жить где-то в диком месте, там всякие шакалы, волки съедят нас, устроят праздник. This is the condition of this. This is the condition, that is the status. But still people cannot realize. Но все же люди не понимают. Because they are not enjoying Kipa, поскольку они не получили милость Бхагавана Баларама Нитинанда. Если Баладев, он прольет милость на кого-то в форме Гуру Вайшнавов или непосредственно он первое проявление Бхагавана. Шрила Прабхупад говорит, если мы наслаждаемся полной милостью Гуру Вайшнавов, то будьте уверены, что вы обрели милость Бхагавана Шри Кришны. Если мы обрели милость чистого Гуру Вайшнавов, то будьте уверены, что мы обрели милость Бхагавана, поскольку Бхагават Крипа, она никогда не исходит непосредственно к нам. Все аскезы, которые мы совершаем, посты, молитвы и все остальное, мы не можем обрести милость Бхагавана. Она прямо не приходит, она только через Гуру Вайшнава, через слуг Нитьянанды. И тогда это будет возможно. И вот если я обрету милость моего Гопад Падме, то будьте уверены, вы обрели милость самого Бхагавана. Если Анантадев, он благословит меня, то нет ничего невозможного. Даже я могу обрести лотосный стоп Радхарани, что практически невозможно. Обрести лотосные стопы Рада Говиндаджи очень практически невозможно. Мы можем обрести прямо севу. И поэтому Нарутам Такур пишет в киртанах. Нитая Куруна Хобе, Браджа Рада Кришна Пабе. Если Нитьянанда Баларам, они благословят нас, мы обретем их милость, то будьте уверены. Вы сможете обрести лотосные стопы Рада Говинда во Вриндаване. Да, но в форме Ананга Манджари, Джахнава Такурани, Баларам Нитьянанда там. И вот Шакти, Шакти Матора Бит. Шакти и Шактиман. Они не отличны друг от друга. Это зовется Веданта Сутра. Шактиман Пуруш и Шакти не отличны друг от друга. Но мы слышали, что Шактиман Пуруш — это Бхагаван Шри Кришна. Да, Баладев, он тоже Шактиман Пуруш. Я могу свидетельство привести из Шримад Бхагаватам Махапураны. Ананта значит бесконечность. Наше сердце подобно скорпиону. Если мы достигнем успеха, распространить свое сердце до бесконечности, вот в математике есть такое понятие бесконечности.
Но если мы сможем расширить свое сердце до бесконечности, я знаю, наше сердце очень мало, но по желанию Гурупадпадмы, если мы сможем расширить, распространить свое сердце до бесконечности, если мы можем слиться с бесконечностью, и тогда будет возможно, что Гуранга Махапрабху, Бхагаван Си Кришна, он снизойдет и явится в нашем сердце, но не до этого. Где он найдет место в таком маленьком сердце? Если кто-то хочет взять 10 литров молока, то ему нужна емкость соответствующая. И также, если мы хотим обрести Бхагавана в нашем сердце, наше сердце должно расшириться до бесконечности. Даже могу сказать, оно должно слиться с бесконечностью. И когда наше сердце объединится с лотосными стопами Нитьянанды Баларама, то это сердце может вместить в себя Бхагавана Шри Кришна. На основе Ананта Дева мы можем поместить Бхагавана. Иначе кто может держать его? И поэтому в различных формах Баларам служит Верховному Господу Бхагавану Шри Кришне все время. В форме трона Симхасаны, в форме подушки священного шнура, в форме его обуви, во всех формах, во всем, что есть, в форме храма, в форме дамы. Это проявление Баладева. Это Сандини Шакти. Сандини Шакти значит существование. Если мы сможем найти что-то вечно существующее в этом материальном мире, это зовется Сандини Шакти. Без Сандини Шакти даже этот материальный мир невозможен. Все. Все, что есть, все, что мы можем постичь или не можем постичь, все, что находится за пределами человеческого понимания, также это Вриндавандхама, Вайкунтха-дхама, все. Это милость Баладева Нитьянанда. There is like a lotus flower, transcendental lotus flower. И вот, то есть трансцендентные лотосные цветы. Они там. Они тысячи лепестковые. Мы пытаетесь понять, сахасра значит тысяча, но сахасра не значит просто тысяча. Пуруша сукта мантре говорятся такие слова сахасра. Это сахасра не значит просто тысяча. Поскольку это ограничивает Бхагавана одной тысячу сахасра, значит, Вишвана Чакравати и все комментаторы, они говорят, что сахасра означает бесконечность, бесчисленное количество.
и все дамы, все. Все, что у нас есть. Все, что мы можем осознать или не можем, все, что находится за пределами нашего человеческого понимания, это возможно по милости Баладева, Нитянанды, прямо или косвенно. И вот в процессе от того, как души скитаются по этим 84 тысячам, 8 миллионам 400 тысячам различных рождений, различных видов живых существ, если вы вспомните свою прежнюю жизнь, когда люди, не люди, а животные, души проходят через множество видов рождений, животных, птиц и всех остальных. Ядав Пракаш был змей в прежней жизни. Этот глупый Ядав Пракаш, он был змеей в прежней жизни. Но он учит Веданте Лакшмандеши Рамануджачарью. И как мы можем знать об этом? Откуда этот и когда это привидение без какой-то вошел в тело дочери царя. Жениться собирался свою дочь. Если узнают об этом, кто женится, дочь будет, кто дочь возьмет бесноватую. И царь хотел как-то деньги, с помощью денег решить проблему эту, но это невозможно было. И что случилось? Царь сказал, нужна вода муша, стопы чистого вайшнава. Если брахман не вайшнав, такое глупо. Если кто-то вайшнав, но не брахман, если родился где-нибудь в Австралии, это невозможно. И поэтому я люблю вас всех. Почему? С тем чувством, что вайшнавы пришли ко мне, я должен позаботиться о них должным образом. Не должно быть никаких ошибок. И вы думаете, что я гуру? Но я думаю, что я гуру, как корова, заботящаяся о своих телятах. Я всегда забочусь о вайшнавах, чтобы пытаться как-то помочь им, чтобы они были довольны мною. И вот вайшнавы с Австралии или с России, такая идея, она неправильна. Вайшнавы, они от Кришны. Махапрабху учит нас, что тот, кто совершает баджан, он наилучший. Я не могу сказать, что кто-то вайшнав и не брахман. Что это за идеи такие? Если я принимаю вас как вайшнавы и отказываюсь от вас, то это неправильно. Харидас Такура никого не... Харидас Такура никто не выгонял его, наоборот, дали ему высочайший титул. Намачарья. Это лучший из титулов. И сам Махапрабху дал этот титул Харидас Такура, хотя он внешне происходил из мусульманского общества, но мы готовы принять просад с лотосных рук. Харидас Такура, мой отец, моя гурварга,
они будут необычайно счастливы, если им перепадут остатки пищи Харидаса Такура. И как я могу говорить что-то плохое о нем? Харидас Такур Санатан Рупа Госвами. Они лучшие из вайшнавов. Не только вайшнава, а в предыдущей жизни они происходили из семьи Бхарат Раджа. Если вы изучите родословную Рупу Санатана, они с очень возвышенной семьи, но они всегда с Харидас Такуром принимали с ним просад. И вот они говорили, что о Харидас, твои лотосные стопы — это совершенное место для нас. Позволь находиться рядом с тобой. Харидас позволял. Если Рупа Санатана жили там, то это чудо. И вот наша Сиддханта должна быть совершенно, наша Сиддханта должна быть соответствовать нашим осознаниям. Не то, что осознание одно, а говоримое другое. Это неправильно. Из бесконечного числа времени мы скитаемся по разным рождениям, по разным местам. Шрила Прабхупад говорил. На Харикатхе, вот об этой шлоке. Это в Санатана Шикша приводится. Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, в процессе скитания по этому бесконечному миру. Мы можем обрести бхакти по милости Гуру Вайшнавов. Ты знаешь, как сложно путешествовать этой душе, обусловленной душе, какой болезненный опыт, когда душа меняет тело. И вот эта шлока. Вот в этой шлоке говорится о том, что 900 тысяч лаков тех, кто живет в воде, водоплавающих всяких. Потом ставара, те, кто неподвижные живые существа, 20 лаков, 2 миллиона. Это уже 29 лаков. Летающих 10 лаков кримайо, всяких насекомых. Лаков 1 100 000. Всяких животных 30 лаков,
33 миллиона и 4 лака, 400 тысяч видов человеческих существ. В сумме, если посчитать все, получится 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Дарвин определил только 8 миллионов различных живых существ. Всю жизнь собирал их, каталогизировал. Ну вот он всю жизнь занимался каталогизированием всех этих живых существ, но 400 тысяч не успел. Из Бхагаватам, из Падмапураны. Вот это шлока приводится. И вот в процессе своего существования люди рождаются, умирают в этих формах жизни, но опять не обязательно. Ровно 8 миллионов 400 тысяч раз рождаться, умирать. В каждой, нет, бывает, застревают где-то и рождаются, умирают долгое время в одной из форм жизни. Гуру Махарадж внешне был беден, и некоторые люди избегали его, но если он что-то говорил кому-то, мы видели в нашей жизни, если кто-то хотел денег, то Шрила Пуригасвами Махарадж. Но они могут исполнять желания всех, могут благословить на что-то, и люди это обретают. Даже лотосные стопы Радхарани, Гуру Вайшнавы, настолько могущественны. Но у нас нет веры, к сожалению. В этом главная проблема. И вот главная шлока, с которой начал. И если Анантадев благословит нас в форме Гуру Вайшнавов или прямо, Баладев он является в форме Гуру Вайшнавов, Баладев Нитинанда он является в форме Гуру Вайшнавов, чтобы спасти нас. Они скитаются, а они являются в форме Шридхарадев Госвами Махараджа, Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махараджа, Шрила Кешава Госвами Махараджа. В различных формах они являются, если Гуру-таттва одна, едина и уникальна. И разделительный какой-то политики не должно быть у нас. Гуру-таттва одна и единая. Есть одно условие, которое мы должны иметь, это нирваликам. Наше сердце должно быть чисто. Нирваликам значит без всякой запутанности. Никакой политики, никакой скверны не должно быть в нашем сердце. Если у нас есть
такое качество искренности, то Бхагаван найдет нас и поможет нам. Баладев, он имеет 1000 глаз и смотрит, где такие искренние люди. Если кто-то обрел милость Анатадева Баларама, есть два условия, хотя не два, но по сути это одно условие. Сарватмат Ашритам Падам и Джодинир Валика. Сарватма Ашрита Падам значит всем сердцем, если мы примем прибежище. Это первое условие. И Нирваликам не должно быть никакого лицемерия в нашем сердце. Но по сути это одно и то же. Если есть Сарватма Ашрита Падам, то второе условие Нирваликам, оно тоже исполняется как в математике. Если какая-то прямая линия и пересекает что-то, то она пересекает и все, что между ними находится, оно тоже пересекается. То есть это одно и то же, но представлено в немного разных видах. Мы всем сердцем должны принять прибежище в лотосных стоп Гуру Вайшнавов, и у нас не должно быть никакого лицемерия. И вот если мы Нирваликам нет никакого лицемерия, то автоматически мы сможем принять прибежище у Гурудева. Я говорил о стандарте. Не пытайтесь меня понять превратно. Я не могу позволить вам делать все подряд, что вы захотите. Например, вы изучаете что-то, вы должны следовать определенному этикету. Парамахамсы видят всех вайшнавами, но если мы только начали учиться вайшнавизму, то о нас нельзя такое сказать. Но главное во всем этом — это любовь к Бхагавану. Что же? Просто 10 раз в день мыться, этого мало. Каким-то внешним правилам чистоты тоже надо следовать. Мы должны возвыситься до определенного уровня совершенства. И вот совершенство значит любовь к Бхагавану. Настоящая чистота — это любовь, проявляется от любви к Бхагавану. И вот Мадхавинда Пурипад сказал. И вот Мадхавинда Пурипад говорит Бхагавану, что нет времени принимать им авинья, нет времени повторять яники. Что же он делал? Мадхавинда Пурипад просил прощения Аника, чтобы из-за того, что он его не повторял, как Радхарани, она тоже не повторяет Аника. Яшода тоже не повторяет Аника. Да. Не говорит Гопалу, подожди пару часиков, Аник повторю, нет. Она служит ему всем сердцем, сразу же, без всяких промедлений и откладываний. Мадан Махан
Санатан Госвами смотрел Мадана Махана и Синчоби, они играли. И Мадана Махан Гопал сказал матери отцу Чоби. И вот они попросили еды, что их накормить надо. Я сказал, подожди, сейчас помою, зубы почищу, там, пятое, десятое. И вот она готовила кичи для них, и даже ложки не было, чтобы мешать, она мешала зубной щеткой. Ну, это палка, которая зубы чистит. Во Вриндаване, если посмотреть, то Гопалу он всегда есть остатки чьей-то пищи, что-то готовят, тут какие-то птицы прилетают, еще козверьки какие-то, что-то воруют в процессе. И таким образом как бы оскверняют то, что для Кришны делается. Это, у них очень близкая связь с Бхагаваном. И вот Мадхавинда Пурипад говорит: и вот он выражает почтение Вавинью и Сандья-Вандане за то, что не успевает их повторять. Но мы должны достичь того уровня сначала. Мы не можем заявлять, что мы браман, что так и так Шридхара Махарадж такого не одобряет. Махарадж говорит, что не каждый может поклоняться божествам, нужно определенный уровень чистоты соблюдать. И вот народ там так плачет о том, что это Дайва Майя постоянно какие-то неудобства ему приносит. А когда мы избавимся от ее влияния, тогда, когда мы обретем милость Гуру Вайшнава. Бхагаван говорит, что преодолеть майю крайне сложно, практически невозможно. То есть невозможно, но по милости Бхагавана возможно.
И вот если кто-то предан лотосным стопам Бхагавана всем сердцем, то они смогут пересечь эту майю. Даже в Бхагаватам говорится, что ну, это для тех, для отреченных, для тех, кто находится в отреченном укладе жизни, не должны находиться наедине с женщинами. Майя, она очень опасна. Даже пандитов может сбросить с духовного пути. И Бхагаватам много шлок насчет этого говорится. Я могу обсуждать это чуть позже. Если кто-то слишком самоуверен в себе, это плохо. Если совсем не уверен, тоже плохо. Нужно баланс поддерживать. Что же делать? Мы должны иметь веру в Гуру Вайшнав. И в этом должна быть наша уверенность. Всего в миру должно быть. Но у нас должна быть непоколебимая вера в нашего Гуру Махараджа. Мы должны понять. И вот Баладев, он служит Бхагавану различными способами. Бесконечными способами Анантадев он служит Бхагавану, поскольку он Бхагаван. Анантадев он Бхагаван. Часто говорится, что Нитянанда более важен, чем сам Бхагаван, тот, кто, хотя по сути Баларам он не отличен от Кришны, но все же в них есть разница. Я не могу говорить, как Сахаджи, что Баларам он берет эти гопи Кришны, играет с ними, нет. Это ересь. Break
snack of those orgies. They are like snack. A feast of few you can provide. It's an article today. Let them fight with us. И вот какие-то сахаджи пишут об этом, что Баладарам является лилой с теми же гопи, что и Кришна, но кто посмел написать такую ересь? Это в корне неправильно. Спутники Бхагавана, они служат ему в их вечных формах. Парикрама под руководством чистого преданного Бхарати Махарадж тоже говорит об этом. Как долго он был во Вриндаване? Даже года не было. Гурудев его выгнал. Или Шринивасачарья, как долго был во Вриндаване? Шримананда Прабху, как долго? Время не столь важно, но они вечно там находятся, хотя физически, может, не так долго. Если мы ходим туда-сюда от Балды, то это нельзя назвать парикрамой. А парикрама должна осуществляться под руководством чистого вайшнава. И вот Бхактивинода Тхакур перед тем, как оставить этот материальный мир. И вот он дал наставление Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати, чтобы он организовал Дхамма Парикраму для помощи всем обусловленным душам. И вот та шлока, с которой начал, то, что Кришна и Баларама, они не отличны. И вот не отличие, значит, не отличие, но есть одно. То есть, если кто-то пишет о том, что Баларамон танцует с гопи Кришной, то где хоть одно доказательство из каких-либо писаний об этом? То есть, просто чья-то отсебятина.
If we speak, they can kick on us chest. Because they have money power. Only this much they have. So, Vasudeva Kalananta Sahasra Padano Sarata. Try to remember this word. Vasudeva Kalananta Sahasra Padano Sarata. Abhru Bhavita Bhuvi. Hare Priyo Chikirsaya. It is written. Aerial voice. First of all, Balaji Maharaj can come and take birth. Vasudeva Kalananta. Shahasya Padano Sarat. Сначала Баладев является, а потом Сарат. Сарат, что значит в этих словах? Сарат здесь значит тот, кто никем никогда не контролируется. И в Бхагаватам говорится, то, что Ананта, Анантадев, кто не отличен от Кришны, может сначала родиться, явится перед Кришной, чтобы служить Кришне. Он является перед этим, чтобы Кришна был доволен. Все действия Гуру Вайшнавов, они для того, чтобы Кришна был доволен. И здесь говорится, что для того, чтобы Кришна был полностью доволен, вначале Анантадев является. И перед Бхагаватам говорится это. И вот о Баладеве говорится о Бхагавате. Тот, кто Кришна, он же Баларам, он является сначала, чтобы сделать все предваряющие вещи для явления Кришны. Кришна перед тем, как явиться, он всегда посылает своих вечных спутников, чтобы они подготовили почву для его явления. И такого правила. И наш Адвайта Ачарья великий, Адвайта Бхагаван, мы более благодарны Адвайта Гасаи, чем Гуранге, поскольку он призвал Гурангу в этот мир. Без Адвайта Гасаи, где же бы мы? Тот, кто не отличен от Махавишну, а Махавишну не отличен от Баларама, Анантадева. О Адвайта Гасаи Бхатташтике говорится в Бхагаватам, в Чайтанье Бхагавате. И вот там говорится. Махавишну Джагаткарта. Адвайта Ачарья Нитянанда не отличны, и поэтому в Адвайташтике говорится Аватхута Абхини. Аватхут значит Нитянанда, Абхини значит не отличны. И вот мы должны понять это, что в тот день на Голоку Вриндаване внутри сердца, центр Галуки зовется Вриндаван.
и внутри то Вриндавана Баладев явился как старший брат Кришна. Если Баладев он отругает Кришну, это зовется Сева. Много раз я пока он не пускал Кришну куда-то, шел за него ради его безопасности. Он как старший брат заботился, решал все проблемы, возникающие за него. Сила любви, она настолько сильна, что она может все преграды она все эти барьеры, преграды, она снесет. Сила любви настолько велика, что может снести все преграды между объектами этой любви. И вот внутри Голока Дамы Вриндавана Баладев он является своей лилой с Кришной. И только Баладев он может носить это перо павлина Нарайана, и еще кто-то не могут, только Кришна. И вот Баладев называется Мул Санкаршаном, изначальный Санкаршан. Почему мы говорим Санкаршан? Поскольку он плугом, он возделывает землю. Совершенно каша значит возделывание земли. То есть он совершенный пахарь буквально. Вот это его прана-мантра. Сначала мы должны кланяться Нитинанде, потом Кришне Гуранге. И Гуранга тоже так говорил. Если кто-то кланялся ему сначала, то он говорит, что надо сначала Балараму кланяться. Trahiman Krishna Purvaja.
Баладев, он заботится о всех нас, о всех дживах, о всей дживататве. И дживататва, она тоже может быть разделена на нитья бадха, нитья мукт, те, кто вечно освобожденные, вечно обусловленные. Вечно освобожденные никогда не встречаются с майей. Почему нет ответа на этот вопрос? Просто не встречаются. Они на чьей-то стороне, как в футболе, например, разделяются на две команды. Так и есть команда вечно освобожденных и вечно обусловленных. И вот Баладев внутри Вриндавандамы служит Кришне. Он Мулсанкаршан. И после этого тот же Баладев, он является свалилась с Кришной в Мадхуре. И все же, как бы он тот же, но другой. Внутри Вриндавана у Кришны есть Гопа Бава, Гопа Веш. И хотя Баладев родился внешне, там где-то, но есть другой в Гопа Баве. Почему? Поскольку Баладев сначала родился в чреве Деваки. И после семи месяцев в чреве Рахини, и она ждала, когда он родится, и вот какие-то вражеваси такие не совсем настоящие говорят, что Баларам родился за год до Кришны. Но это неправильно, поскольку если посмотреть на их лилы, то они вместе ползают и играют. Поскольку если бы Баладев родился на год раньше, он бы уже ходил, а не ползал вместе с Кришной. Здесь множество костных свидетельств доказывает, что он на несколько дней старше Кришны. Гаргамуни, когда пришел, чтобы назвать их, он предсказал, дал ему имя Баларам, что он очень силен, и объяснил это имя. В Бхагаватаме это
И вот он, если очень... Чрево Деваки, потом его перенесли в чрево Рахини. Этот Матхурадеш Кришна, Матхурадеш Баларама и Дваракадиш, они павлиньих перьев на голове не носят, только вот этот Наданси Кришна, который внутри Вриндавана. Он и даже без флейты ходит в Двараке, в других местах, что толку от нее нету. И вот Баларам внутри Вриндавана Мулсан Каршан служит Кришне, как Матхурадеш Кришна. Когда? И вот есть Четурвьюха Баладав Махарадж, он принял форму Васудева Санкаршан Прадюмны Нирудхи. И тот изначальный Санкаршан, который принял эти четыре формы, он Мул Санкаршан. И когда он снизошел на уровень Вайкунтхи, там четыре угла. Васудев, Анирудха, Санкаршан и Прадюмна. И потом он принял форму трех Пурушаватар, Махавишну, и из этих, из тела Махавишны исходит бесчисленное количество брахманд. Этот Махавишна называется Каранарнавасай, и после Гарбхадагасая он вошел в различные браманды, и потом все дживы в каждой браманде, они антарьями, они Рудха Вишну, который спит на Молочном океане в Кхирасагаре. И Гарбхада Касай, когда он пришел, он явился с этим. С этого, с пупка Гарбхада Касая Вишну, и вот он появился из стебли лотоса. А все бесчисленные браманды, они находятся, исходят и находятся в теле Махавишну. All everything, detour.
big issue. Ramadevi Murtisu Kala Niyamilatishtam Nana Avatar Makarat Bhuvaneshikintu. This sloka. Very important. Ramadi Murtisu Kala Niyamilatishtam Nana Avatar Makarat Bhuvaneshikintu. This is very important. There also you can say past extension of Krishna. И вот первое проявление Кришны Баларам. And he is all in all. Он все и вся. He is actually all whatever you see is Balaram, Ananta. Krishna is an out and Кришна, он все и вся. Nana Avataram Akarat Bhuvaneshikintu. Only Govinda is all okay, but past extension, so very clear. So you find past Chaturvaha. И вот первое Читавьюха внутри Баладева, потом Мул Санкаршан, там Маха Санкаршан, там три аватара, Пурша аватара. В бесчисленных формах Баладев, он служит Кришне. Но все же он не чувствует удовлетворения. Внутри Вриндавана иногда мы можем найти то, что Кришна массирует стопы Баларама. Вы можете сказать, как-то возможно, Кришна служит Баларама. Нет. Если Кришна массирует стопы Баларама, это служение Баларама. Это служение Кришне. Поскольку что значит сева? Сева значит удовлетворение сева. Объект нашего служения доволен, это хорошо, это есть сева. И если Баларам позволяет Кришне массировать свои стопы, это только для того, чтобы Кришна был доволен, у него каких-то корыстных интересов нет. Поскольку Кришна, он счастлив этим, все в Раджа-гопи, они готовы дать всю пыль с их стоп. А если кого-то еще попросить, то все боятся Бхагавану дать пыль со своих стоп. Да, никогда. Не Рукмини, не Сатья Брама, все боятся. У них нет такого чувства. Нет, никто не осмелился позволить этого. Он, вот Нарада обошел весь мир, спросил множество преданных, никто не мог даже в мыслях такого подумать, только внутри Вриндавана. Гопи сказали, бери сколько хочешь, сколько килограмм надо нашей пыли. Если мы попадем в ад, а Кришна из этого выздоровеет, то мы готовы страдать ради этого. Поскольку если Кришна счастлив, мы готовы попасть в ад. Ради Кришны, смотрите, любовь, она полностью отлична. Любовь — это нечто такое, полностью отлично. Мы с самого детства, хотя это материальная любовь, но все же любовь к отцу, к матери, к братьям, сестрам, мы осознали все это, мы поняли, как вчера Раки Пурнима было. И правило такое вот в ведической традиции. В каждой раке Пурнима он повязывает эти повязки на руке. А во время Бхакти Трити, особой титхи, сестры наносят чандан на лоб. И вот мы выросли в такой традиции. Чулан ята, та ята, другая ята, разные праздники.
их важно соблюдать. Они имеют какое-то значение, хотя внешнему может быть бесполезными показаться кому-то. Но на основе философии все делается. И вот один пожилой человек, работал в саду, потел, иногда отдыхал под деревом, лето было жарко, вот потом опять начинал работать. Тут какой-то молодой человек остановился, посмотрел на него. Попросил, можешь помочь вам? Зачем мне помогать? Ну, хочу помочь. Смотри, устали. Я думаю, вы из Индии. Почему? Ну, другие бы не помогали. Ну, сейчас поменялась традиция, одни демоны остались. И вот те, кто принимает прибежище в их лотосных стоп, они могут избавиться от майи. И такова система. И вот Кришна говорит в Гите. Кришна говорит, никто не может пересечь эту майю. Майя, она очень сложна для преодоления. Мы должны быть бдительны относительно бхакти. И Мадхва Госвами Махарадж говорил, мы должны быть более бдительны, чем пожарники. И тогда Кришна Сева возможно. Когда Гурудев дает какое-то наказание нам, указание что-то сделать, мы должны точно понять, что он хочет, какое служение конкретно нужно сделать. Сначала мы должны понять сердце Гурудева, то, что он хочет от нас. Если мы поймем, то тогда можем сделать в соответствии с его желанием. Бандому и Савадханамата. Мы должны служить Гуру Вайшнавам с полной бдительностью. Если наш ум отклонился, то тогда наша сева нарушится. Кто написал это? Киртан Народам Такур. Гуру мука падма бакьо, хидайте корьявикьо, атма
Наше сердце должно быть в гармонии с Шрила Прабхупадой, Бхактивинода Такуром, Гурудевом, Нитьянандой. Иногда какие-то испытания могут выпадать нам на пути. Баладев, Баларам, он служит в различных формах, везде и всегда. Как в Яралиле Рамачандре, Рамачандре он явится в форме Лакшмана. Он не мог потерпеть, что его старший брат, его Господь Рама, так много страданий испытывает, но он не мог ничего сказать, поскольку не мог давать наставления старшему. Поскольку он родился младшим братом в Индии, правило такое, что старших надо уважать, старшего брата надо уважать как отца. Если отец умер, то старший брат он занимает место отца. Баларам везде в Айодхе. Баладев служит, где нет. Когда Нарисимхадев пришел, Баладев пришел в форме Нарисимхи. Наш защитник, наша поддержка, наша надежда. И в помощи он помогает в творении. И также он заботится о всех душах, о всех дживах, как Параматма, Шрирада Кашая Махавишну. Он пребывает в нашем сердце в форме сверхдуши. Бхагаван, он всегда с нами, мы не в одиночестве, но мы не можем понять. И вот таким образом все. Если мы найдем, что Бхагаван Кришна служит. Он служит Кришне. И вот я хочу сказать о том, что сегодня день явления Баладева. Мы очень счастливы. И внутри нашего сердца.
Я не хочу делать заключение прямо сейчас, но времени мало. И вот внутри нашего сердца, каждую секунду, мы призываем Баладева, чтобы он явился. И вот сегодня день явления Баладева. Мы должны почувствовать, что день явления Баладева внутри нашего сердца происходит каждую секунду. Мы должны понять это, поскольку Баладев, он родился где? В какой Браманде? В нашей Браманде родился в одно время, в другое, в другое. И таким образом лила его явление происходит бесконечно. В какой-то Браманде он рождается. В этой Браманде около 5500 лет назад, в другой Браманде, в другое время, сегодня, например. И вот Авибав Лила Баладева, она вечна. Авибав Лила Кришны тоже вечна. Авибав Лила Шрилы Прабхупады тоже вечна. И Шрила Бхактивинода Тхакура, что плохого или неправильного в этом. Кришна в каждом возрасте, его какая-то лила происходит. Я когда-то могу более подробно рассказать, какие-то саду, достигшие совершенства, они в какой-то определенной лиле совершенства достигли, как, причем в разных. И вот мы должны осознать, что явление Баларама происходит каждую секунду. Не должно быть никакого сомнений в этом. Его лила, она вечно происходит, и он должен явиться в нашем сердце, и тогда мы сможем совершать служение по-настоящему. Без силы Баладева, без его могущества, никто в этом мире не может служить. Для слабых людей невозможно совершать баджан. Харибаджан для них невозможен. Но обусловленные души слабые. И вот по милости Кришны Баларама. Наям атма балахинена лабхья, это значит по милости Баларама. Никто не может служить Кришне без Баларама. Материалисты, они говорят, что ну вот эту шлоку понимаю так, что нужно есть какие-то невегетарианские продукты, чтобы сила была, чтобы совершать баджан, но это глупость. И вот какие-то свамиджи всяких миссий такое говорят. Говорят, что те, кто любят душ, то есть любовь к душам, значит, любовь к Бхагавану, но сами едят мясо, убивая этих живых существ, говорят одно, а на деле совершенно другое делают. Мастер, all master, they are putting question.
second view of the system. Now by the mercy of Prabhupada Bhakti, we can realize the idiot, they are speaking lie. They are not speaking what they are speaking and they are doing all different from. Hello? I have documents, so many things. I have documents also, I have to search in different newspaper and like, you know, Telegraph, Statesman, this kind of article there. They are putting, how possible? The Swami is going to, and a disciple of Swamiji asking, Gurudev, I am going to market, what you suggest, what you fancy, what you suggest. Guru speaking, actually, I cannot speak to you because you don't, you cannot understand in English. He is speaking the name of some small fish to bring, to make suktani, soft rasa. Follow, another kind of fish to make fry, that is Guru. And whole idiot world going to follow them. Because they are going to open hospital, nursing, oh, what Guru are doing? Really, what Guru are doing? I can also put this question. What they are doing? И вот некоторые миссии типа Рамакришны, они внешне делают какие-то благие дела, открывают всякие госпитали, но при этом даже вегетарианству не следует. Но что делает Гаудия-мат? Гаудия-матка внутри моего сердца. Те, кто говорят, что они из Гаудия-матха, то мало говорить, нужно еще и следовать Гаудия-матку. Гаудия-матка — наивысшая организация во всем мире, которая может дать наивысшее благо всем душам. Я говорю о тех, кто заявляет, что не из Гаудия-матка. И вот какой-то саньяси был в Европе, зашел в эти храмы какие-то, ну, те, кто, ну, в эти, как их, вайшнавские храмы, смотрит, там закрыто, спрашивал у соседей, что происходит, почему закрыто, но приходит иногда, пуджи совершают и уходят, а так закрыто все время. Но в храме, храмах Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати они всегда открыты и всегда там происходит поклонение. Шридхара Госвами Махарадж не советовал открывать храмы, поскольку проблем больше возникает, чем толку. Те, кто ученики Шрилы Прабхупады, что? Гаудия-мат, где Гаудия-мат? Там, где происходит харикатха о Гуранге. Я не говорю ничто вне Гаудия-матха. Что такое Гаудия-мат? Гаудия-мат — это как раз даршан, это философия. Шрила Прабхупада сказал, когда же Гауди-саду Тарани Махарадж, он внешне не был образован. Куда бы он ни шел, Шрила Прабхупада говорил, что Гауди-матха идет за ним. Гауди-саду столь могущественно, они пытаются открыть наши глаза и уши. И наши... Гауди-матха настолько могущественна, что любой посланник Гауди-матха, находящийся везде, может проповедовать. Чья-то проповедь просто за сбор денег. Кто-то хочет скрыть абсолютную истину, но зачем? Каждое действие имеет свое противодействие.
То есть кто-то совершает какую-то карму, получает плоды этой кармы. А кого же обвинять в этом? Если кто-то заявляет, что он из Гаудия-матха, то я нужно не, мало доказать, нужно еще следовать принципам, этикету, правилам Гаудия-матха. Когда Шрила Госвами Махарадж и Мадхава Госвами Махарадж внешне вынуждены были покинуть читание матх. Но что случилось? Кто-то написал письмо Кешава Госвами Махараджу, что их всех выгнали из читания матха. И Шрила Кешава Госвами Махарадж дал ответ, который был подобен пощечине этому человеку. Вы думаете, что физически жить в читании матхи, вы находитесь в читании матхи? Вы занимаетесь только политикой в читании матхи, но читание матхи не такое дешевое место, где может заниматься политикой. Читание матхи, он не отличен от самого читания Махапрабху. Шрила Прабхупада сказал это. Если кто-то говорит, что Кешава Госвами Махарадж вне читания матха, то это глупо. Не думаю, что физически находиться в читании матхи. Это читание матхи. Читание матхи — это Бригу Васту, Випху Васту, точнее. Анантадев, Баларам, они поддерживают читание матхи. Но они не могут понять. Они не... Я сидя в Ясасане под именем Баладева, говорю, что нет нужды открывать никаких храмов. Мы должны пытаться говорить то, что сказал Шрила Прабхупада, что он покинул такое. Чем больше храмов откроете, чем больше проблем возникнет в процессе. Уже достаточно храмов. Но толку мало, поскольку они хотят скрыть абсолютную истину. Все, что нам нужно. И вот, поскольку я говорил Харикатху об абсолютной истине, я вынужден был покинуть этот мат. Не каждый руководство не могло потерпеть этого. Но думаете ли я, что вне читания матха, вне или вне шри читания Гауди матха, можете ли вы доказать, что я вне читания матха? И тогда я признаю это. Я всегда нахожусь в читании матха. Я нахожусь с Шрилой Прабхупадой, Бхактивинода Такуром, Кешава Махараджи. И вот кто думает, и у них, есть деньги, деньги значит проклятие буквально. Не всегда. Но часто. They can spend money. How much money they can spend? But still, in whole life, not going to spend. I heard one, you know. Я слышал один человек, богатый с какой-то арабской страны, много денег тратит за ночь. В общем, очень много денег значит, тратит, чем он занимается. Мы должны помнить, если мы не сможем осознать, то... Мы должны знать, осознать, что деньги — это
не наши деньги, это инструмент. Мы относимся к этому не как к своему, а как к собственности Гурудева. Мы должны заботиться должным образом об этом. В детстве мы учились, что мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и не тратить зря. И вот если мы хотим совершать Гаудия Бхаджан, это моя просьба. Если вы хотите совершать Гаудия Бхаджан, вы должны понять, что вы нишкинчен. Все принадлежит Кришне. И вот я хотел сказать много вещей, но он Баладев, он Анантадев, он бесконечен, а я очень мал. И я хочу вознести молитву Баладеву, чтобы он благословил нас, чтобы мы избавились от вожделения, жадности, зависти и прочих анарт. И обрели, достигли мира служения. И избавились от всего отвратительного в нашем сердце. Я говорил в тот раз об этой шлоке. Рупа Госвами Пад, он был успешен в том, чтобы вложить свои стихи из сердца Гуранги Махапрабху. Он написал стихами чувство сердца Гуранги Махапрабху. Асхаджи ломают всю систему. И вот Шрила Рупа Госвами Пад говорит, Рупа Госвами Пад, он смог описать чувство сердца Шримана Махапрабху, и когда у нас будет возможность достичь его лотосных стоп. И вот сегодня Нитянанда Прабху Баладев. Баладев, он был успешен в том, чтобы воплотить желание сердца Кришны. Кришна оставляет за собой только волю, а все остальное делает Баларам Баладев. Что говорить, времени мало. Я хотел так много сказать, и заключение. Тассайва хета прадьяте хета ковида, налабхати ядбраматам парьяда,
Таллабхате дукхават аннатахо сукхам карена сарватра гавирана са ванчакарпадро сити басинни бхаджа патитан кавана бхагишна бхю нама.